Важность первого впечатления нельзя недооценивать. Если даже самый дорогой костюм скрыт за неподходящим пальто или курткой, то, естественно, образ сразу теряет свою эффектность. Поэтому сегодня в программе «Своими глазами» расскажем, на какие детали стоит обратить внимание при выборе женских и мужских фасонов верхней одежды. Любая женщина уверенно скажет, что мужчина в пальто выглядит очень элегантно и мужественно. А главное, что этот элемент гардероба является не только красивым, но и практичным, особенно осенью. При выборе пальто мужчины должны обязательно учитывать особенности своей фигуры. Например, прямоугольному типу лучше выбирать изделия прямого кроя. А вот крупным мужчинам подойдут укороченные модели. Зато широкоплечим, относящимся к треугольному типу, подойдут практически все фасоны. При этом обязательно обратите внимание на качество. В ткани должно быть содержание шерсти, а в зимних моделях еще предусмотрен современный утеплитель. А вот для нас, представительниц прекрасной половины, выбрать пальто и любую другую верхнюю одежду не так просто. Здесь больше тонкостей и нюансов. Начну с того, что типа фигур у нас аж 5 штук. Яблоко, груша, прямоугольник, треугольник, песочные часы. И каждому соответствует свой фасон. Для представительниц прекрасной половины, которым необходимо подчеркнуть талию, идеально подойдет пальто-халат. Благодаря простому и свободному покрою оно успешно сочетается со многими вещами. Силуэты завышенной талии рекомендуются девушкам, которым нужно скорректировать свой низ. Трапециевидные модели хорошо сядут на обладательниц типа фигуры яблока, причем стилисты рекомендуют укороченные варианты. А если у вас широкие плечи, то лучше выбирать фасоны с расширенной линией бедра. Отлично подойдет пальто-кокон. Также такого же фасона можно выбрать себе на зиму модный пуховик. Самые счастливые – это обладательницы типа фигуры песочные часы, которым к лицу будут любые фасоны. Кстати, это двусторонняя модель. И остановиться на одном варианте весьма трудно. Столько стильных, красивых, эффектных моделей. Про качество тоже не забываем. Синтетические наполнители для пуховиков, курток сейчас по некоторым критериям превосходят натуральные. Например, они гипоаллергенные, износостойкие и практичные, что особенно важно для мужчин. А чтобы правильно определить размер верхней одежды, ее лучше примерить на свитер или пиджак и подвигаться. Нет заломов на одежде и нигде ничего не давит, то значит это именно то, что вам нужно. Спонсор программы – торговый дом «Астерия» на Красноярском рабочем 150Г. Дарит скидки до 30% на женскую верхнюю одежду. Элегантные пальто, стильные куртки, пуховики. А для мужчин при покупке костюма, сорочки и галстука скидка 20%. И, конечно, огромный выбор мужской верхней одежды. А если отсканируете QR-код на экране, то сразу попадете на страничку ВК, что даст возможность ознакомиться с ассортиментом перед походом в магазин.